В этом видео я расскажу, как правильно пользоваться капельной кофеваркой от Moulinville. Для начала открываем крышку и проверяем, на месте ли воронка и многоразовый фильтр. Далее соединяем воронку с фильтром и вставляем в кофеварку. Там же внутри кофеварки находится резервуар для воды. При первом использовании нужно прогреть кофеварку. Для этого наливаем воду не ниже минимального и не выше максимального значения, в идеале 1,5 литра. Кофе не добавляем и опускаем нашу крышку. Подключаем кофеварку к сети, нажимаем кнопку включения, загорится красный индикатор, и вскоре начнет литься вода. Ждем несколько минут, далее выключаем нашу кофеварку и сливаем воду с кувшина. Машинка предназначена для молотого кофе, количество выбираете под себя. Далее включаем кофеварку и ждем нашего напитка. Спустя несколько минут кофе готов. Выключаем машину и наслаждаемся вкусом. Панель под кофе. Шина нагревательная. Это значит, что после отключения кофеварки кофе будет горячим еще 40 минут. Приятного кофепития вместе с Moulinville.